Советские родители любили детей пугать. Бабой-ягой, серым волчком, чем угодно, лишь бы только они слушались. Но я считаю, что это неправильно, детей пугать не надо. Вот меня в детстве не пугали, и я никого не боюсь. Клоунами. Да. Ну, наверное, какими-нибудь бабайками, уже не помню. Это срабатывало? Не очень. Ну, бабайки, как правило, все, наверное, применяют такой хитрый способ хранить. То есть там бабайки, комнатами лисы? Нет. Самый мой большой страх был — это клоуны. Мне они казались очень страшными дяденьками с красными носами. Баба-яга, наверное, такое самое распространенное. Вообще бабы-ягой пугали всегда. Если я буду себя плохо вести, она придет и, не знаю, сделает что-нибудь плохое. Сереньким волочком, наверное, только. Меня милиционером пугали. Чем еще? Чердаком. А сейчас я домовым пугаю своего внука. Водяные, если идешь купаться, не, ой, тебя водяной за ногу ведет туда. Мы стараемся ничем не пугать, потому что это не очень хорошая практика. Говорим просто все как есть. Если что-то опасно, то это опасно потому-то.